Лейкин в октябре. Про грибника я тебе расскажу. Блин. Я вас слушаю. Вы попали в японское посольство. Что случилось? Мы, брателю, нам огонь не страшен, нам вода не страшна, потому что мы такой народ. Ну вот, и что случилось-то? Что случилось? Что случилось? Это было летом. Я, естественно, оделся, поскольку я знал, куда я еду и кого я там играл. Я оделся, у меня были желтые индийские штаны вот с такой мотней, ну, какие-то тапки, было жарко, и вот эта майка с грибом. И пошел я, знаешь, не куда-нибудь там похоженным местам, а пошел по нехоженным тропам. Подъезжаем к гостишке в Выборге. Вот это вот, знаешь, на берегу там стоит. Рядом с вокзалом. Эту неделю ждут, к ней готовятся. И очень необычно встречают гостей. Все в лучших традициях морского приграничного города. А неведомо, где я сижу, понимаешь. Вот, так сказать, обычно-то сяду и знаю где, а тут не поймешь, где я сижу, сру. Я вижу, что на ступенях гостишки сидит Леня Лейкин. Расписной, конечно, но без носа. Вот без этого. То есть он все остальное так же, а нос снял. Ну вот такой Леня Лейкин сидит, как обычно. И ровно напротив него остановится машина, которая меня привезла. Я открываю дверь и выхожу вот в этой всей хуйне. Оттуда. И Леня такой привстает, говорит: «Ёб твою мать! Наконец-то еще один клоун приехал!» Мы, когда служили в Ираке, я в Ираке служил, мне свернул челюсть абахабит. Я был в Аха. Главное – держать паузу. Ну уж, в цирке-то пауза должна быть. Я могу держать ее долго, эту паузу. Можно остановить, можно и ускорить. Усилиями ученых и передовиков-практиков разработана система, которая позволяет звену пчеловодов обслуживать пасеку в 500 и более семей. Привет, Леонид! А сейчас разве не день? Я просто проснулся 3 часа назад. Ты чего, спишь? Извини. Меня нету, я здесь, вот у меня. Это тупой отмаз, понимаешь, абсолютно. Конечно. Но цирк важен чем? Главное, не садиться к манежу спиной. Иначе слон тебе так ёбнет, извините меня. Или жираф. Да кто угодно. Даже дрессировщик плеткой. Главное не садиться к манежу спиной. Только, блядь, она легла, блядь! Педаль нахуй бросил, уже танк полетел назад! Раз с доворотом, блядь! Хуяк переднюю и пошел нахуй на максимальной скорости! Ну, это не Феллини, это не Тарковский, это не... и так далее, можно перечислить долго.
And I have realized that it become from the effort that every morning coming to my set and every day for hours just to try to look at things without participation, yeah. like the camera. Медведь, сука, в цирке, блядь, на велосипеде, блядь, одноколесным, блядь, ездит, сука, блядь. А тут долбоебы по 19 лет не могут ездить на танке, сука. Я не танкист. Это я обманул вас, я пошутил. Простите меня, я пошутил. Но это такое очень позитивное кино. Не обязательно, что это какой-то вот манеж, круг, все, цирк, круг, там это, кино. Оно всегда было и всегда будет. Была у меня одна винтовка на троих, а стреляла за пятерых. Если бы оно не было придумано в конце 19 века, оно было бы придумано в конце 16-го. Пчелы – природные инженеры, в то же время гимнасты. Прекрасно держат друг друга за ноги. Здесь, в Ленинграде, родина наша, нет ее ближе и родней. Где бы мы ни были, что бы ни делали, мы возвращаться будем. Секрет жонгляжа заключается в том, чтобы поймать. У меня дочь ворует деньги. Потому что если ты подкидываешь, у тебя падает, секрет ты не знаешь. Это же твои цветочки. Забирай, забирай. Ну, тогда снимался тоже в кино, в цирковом фильме. Ваха. Я сегодня никак не знаю. Ваха, Ваха. Никогда не знал, что он Артур. Тем более, что ваххабит. Оно просто на самом деле вот здесь находится, а не здесь. Хотите, чтобы я вообще честно сказал про Ваху? Ваха гениальный человек, пчеловод. Поэтому, если я смогу вот отсюда все это отдать, то будет здорово. Да, я ему, помню, в свое время сказал, давай ульи. Поставим два улья. Один твой улей, один мой. В моем будут жить пчелы, в твоем будут жить тоже пчелы. Я смогу это, наверное, смогу. Опять же, не факт. Вообще не факт. И будем меняться пчелами. То есть, ну, ты будешь переманивать моих пчел, я буду переманивать твоих пчел. Вот. А матка у нас будет одна. Мать пчела, великая птаха. Я дома! Первая мысль, которая пришла мне в голову. Я дома! Даже 9 часов на ногах жу-жу-жу и дожужжалась. И значит, ты несешь это все и отдаешь это все. И кому-то, если кому-то надо, это все, это 100% попадалово. Но это все было бессмысленно. Как выяснилось. Ну и правильно, может, так и должно быть. Но сейчас вот хочется что-то рок-н-ролла какого-то. Мне говорят, блин, умирать что-то не хочется. Ах! Человек! Это звучит гордо. А Ваха, это звучит еще гордее. Его имя Елдей Гордеевич. По большому-то счету. Елдей Гордеевич Ваха. Вах! Какой Елдей Гордеевич. Потом в стародревнем еврейском русском словаре чага
осталось отдельно, а Кань ушло к финнам. Эй, чао! Чао, какао! See you later, don't forget toilet paper!